Всем привет, друзья, с вами Хантас. Очередное долгожданное обновление в Prey Day. То есть они у нас выходят очень-очень-очень редко. Обновление 1.58. Завершение новогоднего события. Елку, как положено, теперь можно разобрать. И это даже может принести вам выгоду. Новое глобальное событие. Периодически в PvP-локациях, парк и город, будет сбрасываться ценный груз. Кстати, очень хорошо, но мы знаем, откуда все это взяли, да? То есть, зона Z. Сброс гумы... А, вот оно, ребят, как происходит. То есть, в принципе, да? Подождите, а куда сбрасываться будет? В город. Откуда? Ага. Блин, ну... Ну, все слизано, короче, с этого. Но мы с вами потом сделаем обязательно нарезочку PvP. Ну, там, то есть, жесткий замес будет. И сейчас я, в принципе, к этому не готов. Но обязательно все это мы сделаем, ребят, но позже. То есть, вот таким образом все это выглядит. Я не знаю, может быть, к чему это привязано. В принципе, да, получается, может быть, каждый час это все выпадает. Потому что вот сейчас смотрю на часы, без пяти, да, получается, у нас время. И мне кажется, без пяти каждого часа все это появляется. Обязательно пишите, ребят, в комментарии, что вы по этому поводу думаете. Переработана генерация лута во всех локациях, исправлены недочеты старого алгоритма, теперь ценные вещи будут выпадать гораздо стабильней. Добавлен таймер на выход из PvP локаций для более справедливого боя. Ну, по поводу справедливого боя, я здесь, в принципе, не согласен. И не согласен я с тем, что ребят, сам я PvP-шар, но вообще, то, что ты зашел на локацию, тебя не выпускает, это крайне нелогично. Я не знаю, но, конечно, жесткие PvP-шары со мной не согласятся, то, что жертва ваша выйти не может. Просто есть игроки, которые чисто по фарме зашли, либо еще что, но... То, что ты... Я не знаю, ребят, сколько там таймер. То есть в скором времени на выходных я планирую, соответственно, сделать вам для вас PvP-нарезочку. Все это за 1000 и посмотрим, это хорошо или, не, или плохо. Поэтому, ну, останусь в нейтралитете по поводу вот этого. Количество отков ДНК в PvP-локациях увеличено вдвое. Ну, вообще это очень неинтересно. То есть ДНК фармить... Вот, были бы какие-нибудь клановые квесты, уж раз на то пошло, что зона Z здесь взяли. Ребят, здесь еще есть несколько фишек зоны Z, я потом с вами скажу. Добавлены два вида взрывчатки для рейдов. Самодельная сносит только каменные стены, а мощная может снести сразу несколько любых стен и верстаков. В тестовые базы для рейдов добавлена клетка зомби. Доработан баланс рейдов, частота и сложность мародеров понижены. Также при наличии турелей у точки входа игрок появляется в безопасном месте. То есть, если, например, мы появляемся, как обычно, внизу, да, и там стоит турель, у нас, то есть, точка респауна будет в другом месте. Лут на рейдах теперь копируют сундуки с реальных баз и стал значительно более ценным. Ну, ребят, я, конечно, не ЧСВшу, да, но здесь буквально половина того, что я все говорю, да, что необходимо исправить. И только со временем до них, да, конечно, доходит. Очередное, блин, конечно, хейтерство с моей стороны, но, ну, оно так, ребят, в реалии получается. Добавлена способность стрелять поверх невысоких препятствий и сквозь окна. Ну и турели с мародерами также обладают этой возможностью. Помните мой стрим, да, на котором я бомбил, то, что никак не простреливаются турели, то, что за ящиком прятались, наконец-то, наконец-то. Добавлена еще одна стадия апгрейда для дрона. Иногда на сложных локациях встретятся новые зомби с особой способностью, взрыв после смерти и оглушающий удар. Добавлен информер об изношении снаряжения. Автоматическую контратаку теперь можете переключать в настройках. Вспомните, сколько раз я по этому поводу бомбил. Как это вообще мешает на PvP, то что ты стоишь, на тебя агрится зомби. То есть, в принципе, да, где это у нас получается? А, вот, автоматическая ответная атака. То есть, пожалуйста, здесь мы это все можем переключить. Ну, ребят, я вам советую это включать, когда идете фармить. Когда идете фармить, это очень, соответственно, нужно. Ну, и, в принципе, на рейдах также необходимо будет быстрее там сообразить. Так, ну, давайте начнем с чего. То есть, нам, ребят, я как говорил, у нас взято зона Z. Кто смотрел ролики по зоне Z? Ну, сундуки там то же самое, да? То есть надпись была, я восхищался этим, теперь здесь тоже это самое есть.
Так, по поводу елки, что хочу сказать. Ее можно оставить, как я понимаю. Не обязательно ее разбирать. Ее мы даже можем перемещать. Поэтому я ее оставлю, пусть стоит для лета. Скоро в Город Онлайн произойдет сброс гуманитарного груза до старта 1 секунда. Ну, как бы пораньше бы информер был. 1 секунда, я, в принципе, не добегу, да? Так, что еще я хочу сказать? То есть нам добавили взрывчатку. Нам добавили взрывчатку. Это C4, которая взрывает стальные стены, да, получается, даже титановые они у нас называются. И несколько стен сразу делаются, они у нас, получается, в станке, где делали микросхемы, вот, вот столько, ребят, необходимо. То есть титан, микросхема, и также говорят, что в гуманитарных грузах они также падают. В принципе, стоит походить. Я сделаю специальную нарезочку, да, поэтому. И также самодельно, ребят, у меня все это имеется. То есть сейчас мы медные провода можем крафтить, взрывчатое вещество и самодельную взрывчатку. Все это я добыл сегодня. После обновы купил. Здесь вот, ребят, делается взрывчатое вещество и самодельная взрывчатка. Но предварительно это все нужно изучить, да? Нужно изучить. И, собственно, сейчас мы этим, в принципе, и займемся. Так, я заранее замерил. То есть, ребят, у нас самодельная взрывчатка. Чтобы ее изучить со 100% шансом, лучше это все делать со 100% шансом. По минималке эта взрывчатка стоит 4800, ну, чуть, по-моему, больше. То есть, чтобы изучить, 625 запчастей для исследования нам необходимо. Изучаю. Взрывчатое вещество. Давайте посмотрим, сколько на него необходимо. Ну, вроде бы немного, да? Так, и еще, мне кажется, 25 деталек, 400. Вот очень интересно, кстати, какие-то непонятные цифры сейчас появились. Раньше они кратные 100 были, а сейчас 625... Ну, где-то, знаете, получается 410-420 деталей для исследования нужно, чтобы изучить все это. Ну, ладно, 102%, в принципе, не критично, поэтому тоже изучаю. Также медные провода. Их, чтобы делать, необходимо тоже предварительно изучить. Предварительно изучить, и, в принципе, они учатся даже проще. 98. Мне прям очень интересно, сколько же нужно, да? Так, 4. 3. 330 нужно. Непонятные какие-то цифры, не знаю, как это все рассчитывается, но тоже мы это все изучим. Так, медные провода у нас делаются в принципе, то есть из медных слитков, и говорят то, что медь можно подфармливать, да, то есть, так, подождите, это не тот станок, то есть там же, где, в принципе, железо у нас крафтится, это делается у нас из медной руды, она какая-то страшная, непонятная. Тоже из трех кусков медной руды у нас переплавляется. И далее мы из трех кусков, получается, подождите, где вот она у нас делается? Да, вот. Из трех слитков медных мы можем сделать одну, получается, один медный провод. Вот у меня ранее было, я покупал, и, в принципе, они не очень дорогие. То есть на черном рынке три медных куска стоят меньше, по-моему, 900, 870, что-то подобное. Так, ну вроде бы по новым предметам все разобрали. Так, сейчас я подготовлюсь к рейду. Да-да, ребят, сейчас я подготовлюсь к рейду. Возьму с собой топориков 10, возьму с собой 10 кувал, сейчас их докрафчу. И, конечно же, возьму с собой взрывчатку. То есть, подготовиться к этому рейду надо покруче. То есть, получается, возможно, даже нам встретятся каменные стены. Ну, я одну штучку сделаю. И, ребят, кому нужно подобное, я это все могу вам продать. Но дорого. Ну, поэтому обращайтесь. Так, подождите, я на крафт поставил, да, 15 минут оно у меня будет делаться, как раз пока подготовлюсь, пока накрафчу топоров и прочего, и, соответственно, мы сходим на рейд. То есть у нас сейчас можно апгрейдить наш дрон. Апгрейдить я сначала думал, нужен еще будет один дрон, но нет, здесь 3 пружины, 5 изолент, 20 стальных пластин и 20 обработанной древесины. То есть получается, рейдить мы можем раз в 4 дня, если мы его улучшим, то мы сможем рейдить раз в 3 дня. И если там крутой лут будет, что
на самом деле копируют реальных игроков. То есть, например, сейчас вот мне база офигенно попадется, я сразу вырвусь в лут. Возможно, я натолкнусь, например, на целый ящик, там, не знаю, оружия или микросхем, либо титана. Ну, на самом деле, это очень круто будет. Поэтому все очень просят, и я сам хочу посмотреть. И обязательно, ребята, после этого рейда надо будет найти этого игрока, которого я зарежу, и надо будет у него спросить, верный ли лут, или опять разработчики пожопились и все скосили. Ну давайте болтовню в сторону, соберусь и отправимся на рейд. Так, отъелся, отпился, сделал C4, то есть получается 10 кувал, 10 топоров, побольше хила, потому что в прошлый раз не хватило. Ну вообще всего я побольше взял. Ну, это, ребят, по большей мере тестовый рейд, да. Так, перейти к рейду. Очень интересно, чья же база? Чья же база? Что-то такое, короче. Вот так вот оно читается, ребят. Поехали. То есть, побольше всего взял, потому что я хочу затестить по луту, как все выпадает. Как будут приходить рейдеры и прочее, прочее. Так, ну, заходим. И сразу камень. Серьезно? Сразу камень? Здесь дерево выросло какого-то хрена. Ну, очень интересно будет то, что если я сейчас... Подождите, а что это такое в окнах? Это диваны? Раз, диван, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять диванов? Серьезно? Здесь везде взрывать, везде все взрывать. Я не знаю, может быть так заскриптовано, чтобы эта база появилась. Ну просто очень эпично будет, если... Это что такое? А, все, понял, это баг. Очень эпично будет, если я сейчас взорву, и следующее будет также камень. Весь рейд мой, в принципе, закончится, да? Блин, очень обидно будет, на самом деле. Так, здесь у нас какой-то станочек. Так, 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 так. Ну, здесь ничего не посмотришь толком. И, соответственно, ошибиться можно конкретно. Ну, он, конечно, молодец. Но вот эти окна вообще ставить вообще нет смысла. Проемы с окнами каменные. Так, то есть фулл база в камень. Здесь диваны. Так, ну, по двери типа. Блин, мне вот кажется, по двери это будет глупо идти. Надо куда-нибудь бахнуть в другое место. Потому что я вот уверен, дверные проемы, если как я бы поступил, я весь проем бы как минимум несколько рядов камень. Поэтому, наверное, куда-нибудь сюда бахнем. Ну, если не получится... Подождите, а какого хрена вот здесь это получается, да? Бак у меня на дым. И здесь якобы что-то горит. Это типа костер? Серьезно? Что за хрень? Что за хрень там происходит? Это типа костер у него на базе горит? Это типа он недавно заходил? Почему у него здесь деревья? Ну, получается, все-таки у меня есть подозрение, что все-таки сюда приложили руку сами разрабы, да? То есть все-таки базы отредактированы, не такие как... Так, ну у нас идет вода и еда, то есть нам, в принципе, надо не медлить. Но давайте еще раз посмотрим, куда можем мы. Там диваны. Ну, блин, а вот опять на мини-карте ничего совершенно не отображено, ни двери, да? То есть вот по факту дверь на мини-карте должна отображаться. Ну, ни хрена подобного. Ни хрена подобного. То есть, например, если где-то вот здесь вот еще дверка имеется, я об этом узнать не могу. Хотя персонаж вот на нее смотрит, но он не может понять. И я, соответственно. Ну, давайте, куда мы? Сюда куда-нибудь бахнем. Вроде бы там открытое такое пространство. И, блин, очень будет, конечно, обидно, если сейчас я просто бахну и дальше пройти не смогу. Конечно, не будет мне жалко C4. Но это не C4, а просто взрывчатка. Так, ну ладно, похрену. Похрену, взрываем. Бах. Ага. И дальше у нас идет дерево. Внимание, мародеры уже рядом. Ну давайте встретим их. Где вы? Где вы? Ага, очень длинная пауза.
Как писали разрабы, мародеры не будут застревать в базах, как вот он там появился. Братюнь, я тебя не могу вытащить, сорян, так решили разрабы, ты останешься на этой базе. Так, ну окей, окей, то есть у нас они зареспаунились там, криво все. Ага, ага, и опять все в камень, да? Так, 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 вон там дальше вижу тоже все в камень. Подожди, вот здесь вот мародеры или мне показалось? Нет. Подожди, то есть у него в два ряда... Подожди, там что? Там... Чувак какой-то ходит. Там мародер. Там зомби, там не мародер, там зомби. А почему я не могу его простреливать? Какого хрена? Оконные проемы же должны простреливаться. Так, ну получается, ребята, это мне кажется, это фиаско. Мне кажется, это все фиаско. Это, по-моему, толстяк там ходит. Потому что у него, похоже, здесь еще... То есть надо несколько C4 с собой брать. Но мне кажется, что она вся фулл там, да? То есть если, даже если я сейчас вот здесь буду рубиться, там дальше тоже будет вот такое... Дальше здесь тоже будет вот такое. Но это разрабы, ребят, сделали. Это стопудово разрабы. То есть и клетки здесь работают. И я не понимаю, что с диванами. Какого хрена столько диванов? То есть он буферится теперь диванами? Это какая-то новая мода? Так, требуется взрывчатка. Ну, я вернуться уже на базу не могу. Сделать взрывчатку. Там вот тоже камень, да? Кстати, топоры-то, смотрите, ребят, как сделали топоры-то. У нас сейчас не фул тратится. Не фул, то есть, в принципе, намного их и хватает. Тихо, ты что там ломаешь, я не пойму. Ты что там хочешь сломать? Что-то он там хочет сломать, типа какой-то станочек, что ли? А, здесь какой-то станок. Ну, давайте расхерачим, посмотрим, как... Так, ну не лутается ничего. Хрен поймешь, что там дальше. Но мне кажется, ребята, она вся по кругу. Это подожди, вот он первый. Так, первый сундук. Первый сундук, школьный рюкзак. Очень интересно, очень интересно. Так. Угу. Ну, блин, конечно, такой себе лут. Но уже что-то более-менее похоже, да? Что-то живое. Это даже можно будет продать. И вот смотрите, какой опять очередной баг. Очередной баг, вот он мне в руки показывает то, что я могу забрать. И, кстати, лутецкий могу удалять, да? Так, ну вот штаны выживальщика фуловые я заберу. Это, в принципе, даже круто. А остальное такое себе, блин, дерьмецо. И смотрите, я дальше не могу пройти, потому что мне вот выпадает, то есть не стена, а именно лут. И, соответственно, чтобы дальше пройти, как я понимаю, нам вообще херам все надо удалить, да? Чтобы мне это не попадалось. Ну, блин, вот это, конечно, можно забрать на всякий случай. Мало ли, что-нибудь броня закончится... Так, и все. Вот, дальше я могу теперь рубиться, да? То есть надо было удалить лутецкий. Конечно, фиаско, полнейшая фиаско. Ну, блин, ребят, надо было еще C4 один взять. Вот, еще один у нас сундук. Но это такой, знаете, сундук, это как вот у меня сделано, да? То есть вот он здесь, персонаж появляется, он берет здесь... это его лутовые, получается, да? Так, а что ты здесь держишь? Фига себе, сколько секачей. Но они нет, не полные, конечно. Но я лучше секач возьму, нежели вот такую броньку. Так, если чё. Да, это... То есть он вот отсюда выходит? Ну, в принципе, я, ребят, был прав. Я был прав, то, что пошел не по дверям. Смотрите, то есть если бы я пошел по дверям, то... Вот здесь вот еще каменное, да? Вот здесь вот каменное. То есть еще вот здесь вот надо было ломать. И вот здесь вот у него все в камень. То есть вот он по кругу вот это все сделал. В принципе, как я и предположил, это не зря, что я пошел не, соответственно, по дверям, а бабахнул где-то в стороночке. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, давайте, может быть, еще вот здесь где-нибудь рубанем. Кстати, топоры очень теперь хорошо
Атака мародеров. Вы сейчас, ребята, опять раз зареспавнитесь как-нибудь криво. Так, ну давайте попробуем поискать мародеров. Серьезно? Ну вот. О, ты чё, парень, серьезно настроен? Так. Ну, лучше юзану хилочку. Ага. Ну, блин, недавно вроде бы исправили, и все равно... Так, я что-то не понимаю. По одному мародеру всего лишь на волне респавнится. Ну, блин, если это так, это действительно круто. Так, вот здесь... А, вон еще один. Вот еще один у нас мудень, да, зареспавнился. А вот это что такое? Это что такое они бросили? Блин, на базе. Иди... А, вот. Вот. А чё это? Типа он может отагриться? Он может меня не видеть? Серьезно? Но я лучше грохну его. Как-то непонятно, они себя ведут. Просто взял, отагрился, куда-то туда еще пошел. Хилочку мне принес. Так, ну сейчас что-то, ребят, более-менее адекватнее. И даже я хочу рейдить. У меня жесткое желание появилось рейдить. И надо побольше C4 с собой брать. То есть реальные базы теперь, ребят, у нас. Хоть и в офлайн режиме, да, появляются. То есть пока тестовые. Но уже что-то более-менее интереснее. Ну давайте еще попробуем по кругу вот так вот пройтись. Но мне кажется, это такое себе удовольствие. Потому что это у него лутовые получаются, да? Здесь вот, вот здесь вот попробуем рубануться к нему. Так. Вот она лутовая у него. Подождите, вот сейчас может быть мы как-то... А, нет, здесь у него уже в камень. А если вот здесь вот сможем пройти? А вот здесь вот камень по-любому. Блин, вся лутовая у него в камне. Вот здесь вот еще можно было бы разочек бабахнуть, и уже я натолкнулся бы на лутовую. Без всяких проблем бы я это все залутал. Но, блин, это очень интересно на самом деле. Так, так, так. Как-нибудь, может быть, можно все-таки обойти. Даже вот, ребят, камень для меня сейчас преграда, да, но я просто... Ну, это тестовый режим, все равно это тестовый режим, может быть, как-то здесь можно... Тоже, да? Камень, камень. Ну вот хотя бы 204, блин, надо было сделать, да, самодельных. И я уже мог бы что-нибудь залутать. Здесь вот вижу у него такие себе сундучки. Ага, то есть в один слой. Здесь еще один слой. Здесь у него диванчики. Давайте вот сломаю. Вроде топорики еще есть, да, диванчики. Тупо... застроился диванами. Просто тупо в диван. Так, еще три топора. Здесь вот что-то виднеется, вроде бы как, да? Давайте сюда еще рубанем. Ну, вроде нам ничего не светит. Вроде бы нам ничего не светит. Он всю лутовую зафигачил в камень. Ну, ладно, хоть не железо. Ну, в следующий раз я буду... Ага, вот она. Клетка зомби нам торчит. Так, ну вот сейчас бы бабахнуть сюда. Хотя бы вот сюда бабахнуть. Так, вот у нас с этого подарка не знаю, что может выпасть, да? Фигня всякая. В донате, интересно, есть это все? Так, ну, кстати, да, вот набор механика, C4. Вот, C4 такая, такая. Угу. Так, ну, блин, нет. Вот здесь вот тоже у него в камень. Так, ну блин, 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 сюда что ли пойти? Ну мне кажется, я больше ничего не найду. Ну давайте я даю за это топоры, то есть получается один топор. Теперь у нас как-то более-менее адекватно, да? Это получается... А, подождите, подождите. Давайте затестим, да, на стеночке. Вот у нас стеночка второго уровня. Мне кажется, сейчас фулл топор уйдет. Да, фулл топор, то есть на стенку второго уровня у нас весь топор уходит, на стенку первого уровня пол такого топора уходит.
Понятненько. Вот надо будет еще затестить, найти сейчас стеночку второго уровня. Интересно, вот этого топора нам хватит? Так. Надо найти такую стеночку. Ну, нихера ничего не видно из-за этих багов. Чё здесь? Кто здесь? Так, вот какая-то у него дверка, кстати, здесь. Может быть, за ней может что-то будет? Нет, тупо буферка, да. Еще на один ударчик осталось. Это все тупо буферка. Ну и все, наверное. Последний ударчик, да? И все, я натолкнулся на буферку. Ну, в общем, ребят, какой вердикт? Какой вердикт? То есть, первые рейды, когда мы ходили... Когда мы ходили, получается, нам попадались базы, отредактированные разрабами. То есть там не было каменных, не было стальных стен. Сейчас фул у нас получается базы игроков с их лутецким. С их лутецким. И получается, нужно, ну, на всякий случай брать 2-3 самодельные бомбы. Либо 2 самодельные и одну С4. В следующий раз, наверное, так я и пойду брать с собой хилку, то есть пока вот так вот у нас криво респавнятся эти рейдеры, да, то есть даже как-то непонятно они себя ведут, а все отагриваются. И вот таким вот образом, соответственно, братишка, если была твоя база, ну, респект, респект, и в несколько колец, соответственно, свою базу защитил. И напиши обязательно, это тебе получается... Разрабы нарисовали деревья или они у тебя по умолчанию оставались? Так, ну давайте секачи что ли заберу. Конечно, это не окуп, это даже близко не окуп. Но получается сколько секачей? Ну почти 10 секачей. Так, вот это тоже в принципе можно забрать, да? Ага, и когда забираешь весь лутецкий, да, потом, соответственно, вообще не юзабелен получается наш сундук. Ну, здесь больше я, ребят, ничего сделать, к сожалению, не смогу. База фул камень. Просто фул. Так, давайте посмотрим. Рейдер, то есть, получается так. Нам там 2, там 3. И один гулял на базе. То есть, все-таки они так же криво, да, все респавнятся. Подожди, подожди, что-то было. Да ладно. Здесь вот можно было все-таки попробовать. Вот. Да где же ты? Что-то как-то непонятно. То отображается, то нет. Ну вот же показывался топорик-то, а? Что за хрень непонятная? То показывался топор, то, блин, застроился до конца, что ли? Угу. Так, подожди, вот все опять, что ли? Ну и здесь фул камень, подожди. А, все, я понял. То есть он показывал то, что я могу сломать диван через окно, да? Диван через окно, все понял. Офигенно, офигенно. Офигенно порейдили, а вы прикиньте, если во время... фана с рейдерами вот такая вот хрень произойдет. Да у меня все в норме, ребятки. Ну, вроде как перезашел, вроде бы все нормально, благо на этой же локации ты остаешься, даже когда выкидывает. Только что зашел, и сразу мне показали, что, внимание, волна рейдеров на меня нападает. И они какого-то хрена опять зареспавнились там. Ну и хрен с ними. То есть, ребят, пока это все не пофиксили, вам всем советую попробовать порейдить. Я сейчас, соответственно, еще раз подготовлюсь. То есть через 3 дня. Плюс попробую на твине. То есть я уже давно себе обещался. И ребятам, которые мне дрона подогнали. То есть, в принципе, даже есть смысл сейчас на твине попробовать порейдить. Потому что там лута реальных игроков. Так, и я хочу попробовать, как это будет происходить. Ломать через окно. Показывал же. Вот он хотел через окно сломать этот диван.
Хрен его знает, опять все криво. Ну, что мы получили? 1 000 000 секачей, фармить зеленые локации, школьный рюкзак. Ну, блин, патриков всего 9 потратил. Ну, я, конечно, думал то, что будет эпичная битва, но окей, ребят, еще раз повторюсь, это был тестовый рейд, окей, понял, соответственно, это реальные базы игроков, соответственно, нужно будет пробиваться и включать голову, то есть, если бы я сейчас пошел через этот проем, я прям уверен, что весь у него вот этот проход каменный, то есть, мне надо было взрывать раз 5-6, чтобы дойти вот до этой дверки, а я вот только вот обошел, да, и получается нарвался на вторую стеночку, которую фул, то есть, получается, он как-то, не знаю, нафармил на, в свое время и сделал такую базу. Ну ладно, ладно, мне, ребят, на самом деле все это понравилось. Конечно, дорабатывать очень много всего нужно. И вот очень интересно, я сейчас мне показывал на... Так, подождите, каждый раз, когда вы перезаходите, появляется еще одна толпа рейдеров. Серьезно? Это, то есть, перезаходами можно 1 000 000 рейдеров сделать? Ну-ка, ты че хулиганишь? Что-то какой-то вообще изичный. 3 выстрела, серьезно? Но эти рейдеры такие же, как... Подожди, там появился. Реально, ребят, не перезаходите. Вот вам еще один совет. Смотрите, а вот эти, кстати, пропадали мудаки, которые здесь были. И они зареспанились в другом месте. Подождите, давайте еще раз перезайдем, окей. То есть те все пропадают, появляются новые? Серьезно? Вот этот вот мудак с дробашом пропал. Подождите. А нет, вот он здесь остался. Ну, хрен его знает. В общем, они по новой, похоже, респавнятся. Да, вот здесь вот у нас были, стояли. И они пропадают от перезахода то ли в игру, и то ли от перезахода в локацию. Ну, ладно, мы все это еще раз затестим. Мы, ну, во мне появился интерес, ребята, рейдеров, да? Рейдов как с... как-то... таковых, потому что вроде бы какой-то лут такой, да, более приближенный, то есть я как понимаю, я натолкнулся на его сундуки, как и у меня стоят лутовые, то есть вы появляетесь на этой точке, сразу одеваетесь и идете фармить. Не знаю, не знаю, не знаю. Если это твоя база, братиня, обязательно напиши комментарий. Она у тебя такое же состояние сейчас? Так же есть деревья или нет? Очень интересно. Изменили разрабы твою базу или нет? И, кстати, посмотрите на броньку. То есть по мне стреляли, да? Она практически не коцана. То есть это, похоже, тоже исправили, потому что я в прошлый раз очень жестко бомбил. Когда у меня через 5-10 минут на рейде просто бронька сломалась, ничего такого сделать не смог. Очень понравилось, на самом деле, ребят. И в скором времени выйдет еще несколько роликов, соответственно, чисто рейды. С вами был Хантес, обязательно подписывайтесь на канал, ребят. Если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте поддержать большим пальцем вверх и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Всем добра, пока-пока.